Мода во имя мира. С очередного крупного фестиваля вернулась выпускница кафедры текстильного дизайна Ксения Новикова. В Санкт-Петербурге она представляла свою коллекцию «Православие» и получила специальный приз в номинации «Этнические мотивы в современном костюме». Коллекция «Православие» – вторая крупная работа в творчестве модельера, но невероятно удачная. В начале года Ксения представляла ее на конкурсе молодых дизайнеров «Хэмпл» в Пекине. Единственная от нашей страны. Международное жюри высоко оценило уровень мастерства Ксении. Использовались бархат, шелк и гобеленовые ткани. Из гобеленовых тканей изготавливались верхние накидки. Они изначально тонировались вручную для того, чтобы создать эффект глубины, как в древней иконописи. Потом настрачивались декоративные шнуры, и все это сверху нашивалось бусинами и бисером. Материалы автор тонировала вручную, сама набивала рисунок, расписывала по трафарету. Одного только шелка понадобилось больше 12 метров. Полностью продумывала аксессуары, головные уборы, медальоны. Например, эта модель – ключница. Она охраняет врата, символизирующие духовную жизнь. Тема уникальна – коллекция Ксении Новиковой. Оценивать ее нужно не только с точки зрения мастерства, но и с философского посыла. Идеей создания коллекции послужил прообраз иконостаса Деисусного ряда, где в центре изображен Спаситель, спас силах. И с левой стороны и с правой стороны апостолы и Дева Мария изображены в землянистых одеждах, а он центральный, сочетает в себе контрастные яркие, насыщенные цвета красного и изумрудного. Все это отображено в коллекции по цвету, орнаментике, символике. Костюмы можно читать как книги. Красный цвет в нарядах – это жертвенность и страдания. Землистые оттенки означают смирение и умиротворение. Зашифрованная информация и в орнаменте. Верхняя накидка из гобелена плюс рисунок, который выполнен по трафарету при помощи акрила. И расшито все бусинами. Длина, силуэт, покатая арочная линия плеч. Модели будто сошли с древних полотен. В коллекции, рассказывает автор, глубокий смысл. В ней заложена русская культура. В современном, нестабильном и сложном мире мода должна нести свет и добро. Сейчас Ксения продолжает обучение в Политехническом университете, работает над диссертацией. Ее тема – адаптация одежд священнослужителей в современную одежду. Уже есть и идея перевести подиумную коллекцию православия в прет-а-порте. И, возможно, в будущем ивановские модницы будут носить стильные пальто или платья от модельера Новиковой, одежду, в которой вера и любовь в каждом стежке. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.